России сегодня началась масленичная неделя. Финалом блинного марафона в Великом Новгороде традиционно станут народные гуляния на Софийской площади. О программе предстоящего праздника сегодня рассказали в мэрии. По традиции праздничные мероприятия пройдут на главной площади города и на Софийской набережной. В этом году в программе масленичных гуляний уже полюбившийся конкурс на лучшее чучело и выступление новгородских фольклорных коллективов. Для любителей животных и необычного досуга новое развлечение. На фестивале собак северных пород можно будет познакомиться с лохматыми питомцами и их хозяевами. При желании можно будет даже прокатиться на повозке, запряженной ездовыми псами. Ну а для тех, кто привык бороздить сугробы на привычном зимнем транспорте, в парад санок волокуша. Если летом такое событие, как парад колясок, в котором принимают участие семьи с маленькими детьми, когда украшаются коляски, оно пользуется популярностью, то зимой мы еще никогда такого не делали. Решили попробовать. Гуляния ожидаются масштабные. Для того, чтобы не создавать аварийных ситуаций и пробок на центральных улицах города, будет перекрыто движение автомобилей с 11:30 до 16:30. Исключение только для общественного транспорта. Будет перекрыто движение автомобильного транспорта по площади Победы Софийской, по улице Газон от улицы Малущанской до улицы Догоща, по улице Чудинцева от улицы Десятинной, и по улице Мирискова, дома номер 1 до дома номер 5. Праздничная программа стартует на Софийской площади в полдень и продлится до 8 вечера. Главное событие – сожжение чучела масленицы – состоится в 16 часов. Но организаторы обращают внимание, что сама кукла будет стоять на площади с самого утра. К ней можно будет подойти, завязать ленточку и загадать желание. Оно обязательно должно сбыться.